Всем привет. Вот сегодня с собачками решили попушнее поработать с папой. Вчера потайка была хорошая такая. +3, +4. Все, ночью подморозило, корочка снега образовалась. И вот по свежаку, вон куница пошла. По свежаку мы, короче, куницу выцепили. Сейчас буду стрелять. Вон она прыгает. Там все, сейчас следи за ней. И это надо будет соболя оттаскивать, чтобы не зажевал ее. У меня поводок есть, давай сейчас это соболи на поводок. Чтоб он сильно не зажевал, а то утащит. Будем за ним бегать. Белка, молодец, работал. Я вижу, пап, не ходи, я вижу. Сейчас тебе дам поводок, соболя возьми на поводок. И буду стрелять. Тропили мы ее, наверное, блин, сколько? Часа полтора, да, пап? Часа полтора тропили. Перешла она. Вон она скачет по деревьям. На это возьми, пап, я смотрю. На поводок возьми. И соболя на поводок. А то будем за ней бегать. За ним. Соболь. А, сейчас его надо еще поймать. Надо еще поймать его. Так, топор. Я потерял ее. Ну, где-то вот здесь, в елках. На, соболек. На. Тут. Соболь. Да. Видел. Надо соболя, короче, ловить. Не теряй это, пошел. Где-то она в елочках. Сейчас надо соболя, самое главное, поймать. Да, конечно. Соболь, на, иди сюда. По поводок прячь только. Либо надо ловить, чтобы он не забрал. И дать ему пожрать. Держи сейчас это ружье. Смотри вот на этих елках. Сейчас я его поймаю. Соболь, ту-ту-ту-ту-ту. Соболь, ту-ту-ту. Иди сюда, соболь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Соболь, ту-ту-ту-ту-ту. Соболь, ту-ту-ту-ту-ту. Он сейчас будет знать. Вот в этих елках. Ела, на, соболь, на конфетку, соболь, на, соболь, на. Ладно, стреляют и вставай сюда под это. Если что, сразу лови. На, топор, стукни по дереву. Я посмотрю, на какой она. Была вот на этом, вот на этом была. Или подожди, сейчас посмотрю, может, на макушку залезла. Нет, давай, стучи. Все, вижу. Вижу, на другом она дереве. Вон я примерно вижу ее. Да, на другом. Ну-ка стукни, чтобы она, может, получше села. Давай, стукни. Лишь бы она куда-нибудь дальше не пошла. Все, стой. Шевельнулась, не вижу, куда перешла. Давай еще. Еще. Все, стой. Все, надо, чтобы голова торчала. Примерно вижу, вот она там крутится. Давай, стучи. Все, стой, все. Все, пускай так сидит. Чтоб по голове стрелять. Стреляй, пап, на сосне. Зависла. Я вижу. Зависла. Нет, подожди, надо это забрать, чтобы собаки не забрали. Падает на меня, сейчас упадет. Молодцы.
А она, короче, поперек. Получается, легла на ветку. Все, сейчас уже это. Она попыта, пузом на ветку зависла. Сейчас уже это. Ой. Бела, молодец. Молодец, молодец, молодец. Нашла, нашла, твоя, твоя, твоя. Она раненая? Нет, нет, она это... Лежит на ветке животом. Что там делать? Чё? Чё делать? Ждать? Жердину тонкую сбивать. Падать она начала нормально, стрелял-то по голове, хорошо так. И она, видишь, пузом, пузом легла. Иди, молодец, молодец. На ветке он лежит, ну, болтается. Ну, ладно, сейчас будем доставать ее. Что, батарейка сядет. Ну, все, она уже никуда не уйдет, она наша. Раненая, но она вон в куматозе, но стрелять больше нельзя. Белка, молодец, а то я сегодня в тебе вообще разочаровался. Все-таки вытропила. Следов было напутанных, она кормилась, а там выше кедровник, ельник вперемешку, завалы. Уже все потеряли, уже шли домой. Белка впереди, соболь с нами. Там появится следов свежий, тут следов обрывается, на деревья залазила. Все-таки она ее вытропила. Молодцы, молодцы, молодцы! Соболь, ну... А пока отключусь. Угу. Так, ну вот, достали мы ее с дерева, но все-таки пришлось там рубить дерево. Как бы ни пытались, зависло высоко на самой макушке. Не получалось нам ее сбить ни палками. Даже стрелял по пучкам. Вот такой хороший кот, котик. Всего не хватает, нельзя хватать, нельзя. Нельзя хватать. Вылизывай. Не хватай. Все. Уже вечереет. Темновато уже. Все, Соболь, не хватай. Ладно, всем удачи, всем пока.